Группа «Ленинград» опубликовала на YouTube свой новый клип на песню «Сиськи». В клипе рассказывается история девушки, которая застает своего молодого человека в постели с другой женщиной. По сюжету героиня пытается убить изменника и его любовницу ножницами, а потом приходит к выводу, что ее все проблемы вызваны маленьким размером груди. Также сюда авторы включили одно из выступлений президента Владимира Путина. В новом видео снялась главная героиня клипа «Экспонат» или «На лабутенах» Юлия Топольницкая. Напомним, что ранее «Ленинград» записал еще два клипа, ставших крайне популярными в России – «Экспонат» и «В Питере пить». Если вы уже посмотрели новый клип, не забудьте поделиться впечатлениями под этим видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Всем пока! Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!